про то, что популярно в 2020 году. Это немножко вторится с предыдущим, а в целом о другом. Для начала о вечном, как раз то, о чем я и говорила до этого. До начала работы исследуйте аудиторию конкурентов. Вообще не стоит начинать вот с бухты-барахты, потому что это обычно ни к чему хорошему не приводит. И коммуникация превыше всего, будьте честными. И, кажется, есть еще без стратегии никуда, поймите, куда вы движетесь, что у вас планируется, как вы это используете в дальнейшем. Суть СММ не в том, чтобы навязывать желание, а в том, чтобы вызывать доверие, чтобы это было интересно пользователям, чтобы это было полезно пользователям. Все сообщества должны нести смысл, создавая их, спрашивайте себя, точно ли пользователю будет интересно на вас подписаться, насколько вы интереснее, чем условно какой-то другой тематический блог. Что нового вы можете привнести там, для своих пользователей, не повторяя то, что делают другие, а делая что-то уникальное и показывая все-таки вашу специфику. Ситуативный контент работает, если его уместно использовать. Знаете ли вы, что такое ситуативный контент? Это использование популярных мемов, популярных новостей или даже просто погоды за окном в качестве основы для ваших публикаций. Я тут, кажется, привожу примеры. Вы слышали историю про бренд Lush и девушку-блогера, которая попросила у бренда Lush там, какой-нибудь набор для обзора? Например, какой-то бренд виски написал в директ Coca-Cola: «Мы известная сеть магазинов, хотели бы получить от вас бутылочку колы для нашего виски и рассказать о ней сторис». Это то, как бренды потом обыгрывали и подшучивали на эту тему. Или, например, во время премьеры «Черного зеркала» IKEA выложила свое черное зеркало, например. Или во время хоккейных матчей, например, Burger King использовал это как ситуативку. Или во время премьеры нового сезона «Игры престолов» Oreo, например, записали свое видео с печеньками в главной роли, притворяясь, что это Вестерос. Вот тут другая история. Слышали ли вы историю про кота, которого не взяли на борт Аэрофлота? Очень много брендов обыграли эту повестку, но не все сделали это правильно, потому что каждый решил возить котов. И, например, это тоже бренд, связанный там, с авиацией, который тоже что-то пишет о котах, то есть рады абсолютно всем котам с 1926 года. Это очень понравилось пользователям, но на самом деле так делать не стоит, потому что это неправда. Есть некие нормативы вот, в мировом авиасообществе, которые не позволяют брать котов некоторого веса на борт. И в целом в той истории никто не поступил неправильно, она просто оказалась какой-то смешной и милой, то, что какого-то кота не взяли на борт. Тут не стоило так делать. Но, например, Акбарс очень здорово обыграл это, подарив хозяину кота свою мильную карту с милями или что-то такое, для того, чтобы он пользовался этой картой. И они это сделали быстро. Есть два параметра ситуативного контента: сделать быстро, вовремя, и второе — сделать это уместно к вашему бренду. Вот, как раз дарим 10 тысяч миль Михаилу и его коту Виктору. Акбарсбанк просто отлично попали в точку. Гордость просто за Татарстан, что кто-то у нас так сделал. А вот плохой пример. Как в какой-то период все пересаживались с чего-то на что-то. И, например, я когда вот для этой презентации по хэштегу смотрела, кто что выложил, по хэштегу ни в какие рамки, какой-то маникюрный салон написал «пересядь со швабры на маникюрный столик». Почему женщина, в принципе, сидит на швабре, никому не понятно. То есть нужно понимать, насколько вообще вы уместно используете ситуативный контент. Что актуально сейчас и будет развиваться в 2020-м дальше? Вертикальный контент. Сейчас будет пример, почему вертикальный контент – это лучше. Объясню сама, что он занимает большую часть экрана. То есть если сравнивать с горизонтальным, он просто занимает большую часть экрана, и это просто нравится больше пользователям. Я условно наскринила вариант, когда это горизонтальное видео еще и с краями. Так часто бывает, когда профессиональные видеооператоры снимают видео, и у них там такой формат, по-моему, даже не 16:9, а еще уже, который применим в кинотеатрах. Мы все-таки не в кинотеатрах. Поэтому лучше как-то объяснять, что так делать не стоит. Это вообще частая история. Это обычный горизонтальный формат. Вот он занимает примерно треть экрана, если не четверть. Это квадрат, куда ни шло, он занимает примерно пол экрана. И вот вертикальный, оно еще выше бывает, еще длиннее, когда почти весь экран посвящен все-таки изображению, которое перед вами.
И это просто вам больше понравится, вам не придется иногда там приближать, чтобы понять, что происходит. Тут вообще второй пост помещается, то есть настолько мало места занимает первый пост. Видеоконтент. 56% пользователей предпочитают видео другому формату публикации, потому что пользователи довольно ленивые. Чем дольше мы живем, тем в более простой и быстрый контент мы переходим, тем более простые форматы мы воспринимаем. Сторис как отдельная площадка для продвижения. Сейчас, в принципе, сторис не стоит рассматривать как кладбище плохих там, картинок. Это отдельная площадка. Ее даже чаще просматривают пользователи, потому что ранжирование не влияет. То есть чем чаще вы выкладываете, тем больше они это видят. Главное, чтобы вы выкладывали что-то качественное. Несколько советов по работе со сторис. Публикуйте лучший контент в первый сторис. Почему это происходит? Потому что если кто-то посмотрит первую, то посмотрит и вторую. И чем больше пользователей посмотрит первую, тем больше они будут переходить дальше. И с разницей примерно в 4 часа можно что-нибудь регулярно выкладывать. Так пользователи все время будут видеть первую публикацию тоже. То есть, например, Маша открыла утром первую и потом увидела днем вторую. И вы залили третью, например, и Коля только что зашел, и он увидел все три. Всегда начинают с первой, то есть он не может внезапно увидеть другую сторис. Учитывайте, что у вас есть первые 4, ну, кто-то говорит, 3 секунды на то, чтобы произвести впечатление, привлечь внимание. Нужно понять, если у вас очень долгое вступление, лучше его кадрировать и сделать чего-то яркого. Но при этом не так, чтобы человек кричал в первую секунду, потому что человек не успеет еще там ни звук прибавить, ни сообразить. Не забывайте о звуке, примерно 70% пользователей смотрят сторис со звуком. Но и помните о субтитрах, потому что есть еще другие 30%. Отслеживайте реакцию аудитории. Понятно, что если пользователям неинтересно, не стоит это делать, если они как-то на это плохо реагируют или вообще не реагируют. Если они активно реагируют, значит, вы понимаете, ставите галочку, что вот в этом духе нужно работать больше, но не терроризировать пользователей. Вы, наверное, видели аккаунт Eva Stories. Кто видел аккаунт Eva Stories? Это, ну, можете посмотреть, я думаю, это каждому интересно. Это спецпроект, не знаю, где он сделан, о девочке Еве, которая жила во времена Холокоста. Собственно, это плохо заканчивающаяся история. И дневник девочки полностью записан в сторис. История воспроизводит те события. Якобы, если бы у девочки во время Холокоста, девочки-еврейки, был Инстаграм. Очень плохая, ну, в смысле, очень тяжелая социальная история, которая точно вас зацепит. Это, наверное, часа на час-полтора. Но это тот случай, когда вы сторис использовали максимально полезно, максимально нужно. Вот тот самый UGC, пользовательский опыт, всегда интереснее и как бы честнее, потому что бренд не говорит сам о себе. С каждым годом растет количество и качество пользовательского контента. У нас каждый раз все круче телефоны, какие-то новые аппараты, кто-то использует уже видеокамеры и стедикамы для того, чтобы снимать себе сторис. Поэтому почти каждый пользователь в душе хочет стать блогером, поэтому каждый старается. Это стоит использовать. И вот как раз те самые примеры. Вот Apple самый хороший пример. Вот наша камера, смотрите, на что она способна. Это работает лучше, чем показывать обзоры на свою же камеру. Понятно, что свои обзоры, они будут самыми вычищенными. А если показывать лучшие фотографии от своих пользователей, это и пользователям понравится, и они будут надеяться попасть в эту подборку. И другим пользователям, которые на вас подписаны, это тоже понравится. Потому что думать, что другой человек может с такой же камерой у тебя снять вот такое, приятно и заставляет верить в себя. А в мэрии Казани, в принципе, это удобный формат контента, потому что он живее. Подкасты. Подкасты — это что-то вроде радио в интернете, какие-то короткие передачи, которые создаются пользователями или брендами. Плюс в том, что люди могут слушать, когда едут на работу, когда девочки красятся, когда убираются, когда что-то слушают. В смысле, наоборот, когда чем-то заняты и могут что-нибудь послушать. Сейчас, вот конкретно сейчас, рынок подкастов, вот вообще сфера подкастов быстро растет почти. Там, ну, окей, у каждого там сотого есть свой подкаст, у каждого тысячного. Но это не случай, как в Инстаграм, где аккаунт есть у каждого. На любую тему уже можно найти себе подкаст. Мой любимый из сферы SMM, который вам может тоже понравиться, это Гуров Digital. Можете записать. Это автор Павел Гуров. Он
четко и интересно рассказывает свое видение СММ. Вот тот же самый полусладкий подкаст, о котором я говорила, он не такой приятный. Они пьют все время какое-то вино и фоном говорят это. Ну, меня немножко отталкивает, например. И много субъективного проговаривают. В случае с Guru в Digital все очень цивильно. Очень приятно. Количество не равно качеству. Не нужно выкладывать много публикаций. Это не имеет смысла, особенно в посты. Если контент не интересен аудитории, не нужно тем более его выкладывать, потому что явно нужно поработать над содержанием. Быстрый интернет позволит даст возможность делать более качественный контент, потому что он быстрее загрузится, быстрее откроется у других пользователей. Речь, в принципе, о том, что контент всегда становится все более качественным. Активное развитие AR. Помню, что перед 2018 годом я говорила, что будет развиваться AR. Мол, пока непонятно как. В 2019 году это стало чуть ли не совершенно естественным для всех инструментом. Почти у каждого бренда есть своя маска, то есть возможность примерить там, какую-нибудь штуковину на себя. Плюс в том, что пользователи, например, те же самые AR-маски с большей охотой будут использовать, чем просто подписываться на вас. То есть они это все применяют на себе, и для них это интересно. Таким образом, они немножко продвигают вас, ведь наверху написано, кто автор этой маски. Скорее всего, в ближайшее время появится уже возможность условно мерить одежду в шоуруме или, там, по-моему, уже был бренд, который дает возможность покатать там коляску их бренда. То есть как-то попробовать и поменять цвета коляски. Начните использовать инструменты, например, Facebook 360 для создания более интересного контента. Facebook 180 можно использовать. Это ну, просто можно потыкаться в Facebook, там есть соответствующие кнопки. То есть вы снимаете панораму, загружаете, она открывается в качестве уже 360 видео. Падение охватов, коммерциализация соцсетей. Чем больше вы вкладываете деньги в соцсети, тем больше вас любят за это, условно, Instagram и Facebook. Речь о том, что охваты режутся, что большая конкуренция в соцсетях, и желательно все-таки выкладывать меньше публикаций, но таргетировать их. Алгоритмичная лента берет верх. Кто знает, что такое алгоритмичная лента? Угу. Сейчас попробую рассказать. Раньше мы видели по порядку все новости, сейчас они выходят в другом порядке. Расскажу, почему, в принципе, появилась алгоритмичная лента, что это не случайность, не наказание, а необходимый инструмент, который делает соцсети рабочими, то есть для того, чтобы они были полезными людям. В 2007 году, в 2008 году кто был уже зарегистрирован ВКонтакте? Вот в те годы, когда он появился. Вы помните, какие были тогда сообщества, в которые мы вступали? Сообщество людей, которые переворачивают подушку, когда просыпаются ночью. Сообщество людей, которые, когда сидят в туалете, читают, что написано на баллончиках. Сообщество людей, которые помнят кукуруку там, и какие-то старые, там, условно, жвачки. В общем, очень странные сообщества. Все на них подписывались, потому что других не было. И мы их видели в ленте, и мы еще там что-то комментировали. Затем появились сообщества «Блондинки, объединяемся», сообщество «Любители Металлики, объединяемся» и так далее. Мы начали вступать в них. Потом мы начали вступать в сообщество «Все, кто учится в 10-й школе, объединяемся», «Все, кто учится в КГУ, объединяемся» и так далее. Мы все объединялись все больше и больше и вступали в более целевые группы, не в сообщество людей, которые переворачивают подушку. Так со временем шли годы, и появлялись более и более целевые сообщества. Одноклассников, любимые бренды, маленькие любимые бренды. Потом уже появился маникюрный салон, 100 маникюрных салонов, и уже вот в этом потоке информации всем стало сложно ориентироваться. Тем более никакого приоритета за то, что кто-то там вам более интересен, не было. Поэтому на нас свалился алгоритм, который начал... Это робот, который считает, что нам интересно, а что нет. Условно, я, например, увлекаюсь растениями, и я все время лайкаю там, новые там, какие-то ростки, у кого выросли. Я подписан на хэштеги plant lover и так далее. Поэтому у меня в интересном и в ленте выше выходит все, что связано с растениями. Например, в ленте также у меня выше выходят мои там, близкие друзья, с которыми я часто переписываюсь в директе. Суть алгоритма сделать так, чтобы пользователь видел то, что ему действительно интересно. На основе всего, что он как-то может считать через ваше поведение, через директ и так далее. Кроме этого, влияет то, насколько часто выкладываются публикации. И еще миллион причин, которые могут повлиять.
интерес пользователя к подобному контенту. Опять, это мой случай. Я лайкаю растения, поэтому другие растения тоже появляются у меня в ленте. Мои отношения с автором, общаюсь ли я с ним, переписываюсь ли в директ, пишу ли комментарий, пишет ли он мне комментарий. Интерес пользователя к предыдущим постам автора. Еще интерес тоже к подобному контенту, но, например, с точки зрения формата. Я люблю видео, и поэтому мне покажутся видео. Я, например, люблю фото, и мне покажутся фото и так далее. Все эти факторы, как танцы с бубном, они все влияют на алгоритм. Вот тут вот история про то, что бренд 1 выкладывает один пост в день, бренд 2 выкладывает один пост, два поста в день, бренд 3 выкладывает три поста в день, например. То есть насколько условно часто этот три раза, чаще этот один раз. Если мы видим одновременно по одной публикации от каждого бренда, мы их лайкаем по одному, например, и дело с концом. Но у второго, например, у бренда вышел второй пост, мы его уже не увидели, и у третьего вышло два поста, мы их решили тоже не лайкать, например. Завтра они выстроятся в другом порядке. Первыми мы увидим тех, у кого мы лайкнули 100% контента, вторыми увидим тех, у кого условно лайкнули 50% контента, и третьими тех, у кого 33% контента лайкнуто. Это все тоже перемешается с другими показателями и повлияет на ранжирование. Поэтому не стоит выкладывать публикации часто. Это постулат вообще, это объяснение предыдущего постулата. А борьба с фейками и ботами. Раньше люди накручивали подписчиков, им ничего за это не было. Совсем недавно люди использовали масс-фолловинг. Это подписка на подписчиков определенных брендов. И им тоже за это ничего не было. Сейчас за все эти механики, если первая считается черной, за нее в принципе сразу заблокируют. За вторую отправят в теневой бан. Это когда вы не показываетесь у своих подписчиков. И затем заблокируют, скорее всего, тоже. Поэтому никакие черные механики использовать не стоит. В этом году это будет пресекаться максимально жестко. Поэтому этим точно не стоит заниматься. Как раз чистые механики, как ответ на предыдущий слайд. Использование сторонних сервисов сойдет на нет. Любые сервисы, где вам приходится ввести свой пароль, это плохие сервисы. Вот что нужно запомнить. Никаких масс-лайкингов, масс-лукингов и прочего. Я думаю, что вы тогда и не будете в это ввязываться и так. Есть программы, которые, например, в которых вы регистрируетесь, пишете свой пароль, и, например, отписываетесь от определенной аудитории или подписываетесь на подписчиков условно другого вуза или там какого-то эксперта, например. Это удобная автоматизированная программа. Вместо того, чтобы нажимать пальцем, программа сама вместо вас все делает. Инстаграм и любые соцсети всегда за то, чтобы в них обитали живые пользователи и бренды, в которых там как-то адекватно работают менеджеры. Если они видят, что используются черные механики, они всеми силами пытаются это пресечь, потому что это нарушение их правил. Вот. Если раньше это еще куда ни шло, как-то проходило, сейчас точно не пройдет. Вот речь об этом. Я думаю, что если вы не знаете, что такое масс-фолловинг, уже не стоит узнавать, потому что это, в принципе, ненужная вещь. То есть все эти вещи не нужны. То есть автоотправка сообщений. Бывает, например, вы подписываетесь на бренд, вам приходит сообщение «Привет», спасибо, что подписался. Посмотри, у нас сегодня акция. Это уже тоже, скорее всего, черная механика, потому что она автоматизирована. Любая автоматизация сейчас не будет работать. Пользователи устали от идеального, правильного, строгого. Но тут такой случай, когда речь скорее о больших брендах. То есть, например, если бренд Dove может позволить себе какую-то компанию, которая объединяет девушек там, любого телосложения и так далее, и это большая, красивая там, компания рекламная, на которую вы реагируете, говорите, как здорово. И для них это такой шаг вперед или отсутствие ретуши на фотографиях. Для нас все-таки это немножко другое, потому что мы, в принципе, не так далеко ушли вот, в плане создания красивого контента. И, например, если мы выкладываем полную женщину, которая ест десерт, скорее всего, это не потому, что мы в тренде вот, про инклюзивность, про то, что всем все можно, а, скорее всего, мы просто не нашли другую модель. Конечно, и я всегда, когда говорю вот о трендах на инклюзивность и на искренность, всегда говорю, что нам все-таки немножко стоит почищать фотографии, выравнивать их и так далее, потому что мы еще не так далеко продвинулись в создании красивого контента. Но в целом люди устали от очень красивого. Блогеры перестали выкладывать красивые раскладки еды по утрам. Они выкладывают, как они немножко помешали там пасту, кашу, все немножко помятое, мол, так красиво.
То есть, в принципе, если на это тоже тренд, это будет тоже в следующем слайде. Тренд на правдивость. Например, Сбербанк недавно там выпустил пост. Этот твит придумали 3 человека, согласовывали 33. Я думаю, что вам тоже всем это близко. Вот. И это все поддержали, потому что все уже поняли, что можно говорить правду. И мы все сфотографировали. Согласно закону, Facebook и Instagram будут заблокированы в России. До сих пор непонятно, что с этим будет, по крайней мере, мне. Но будет решение в виде VPN-сервисов. Хотя говорят, что их тоже будут блокировать. Я думаю, что будет все равно решение. В конце концов, появятся новые закрытые соцсети, в которых мы тоже будем присутствовать и продвигать. То есть я там в пару месяцев когда-то жила в Китае, там давным-давно закрытый интернет, и у них есть свои соцсети, которые формируют свою среду. То есть с помощью WeChat можно заплатить за велосипед, получить деньги на Новый год, там принято на Новый год деньги рассылать, мне тоже от кого-то пришли, и все такое. То есть их политика позволила создать новое приложение, которое становится новой инфраструктурой для всех пользователей. Удаление лайков в Инстаграм вы, наверное, уже заметили. Это расскажу, как это работает, потому что читала некоторые публикации в СМИ, увидела какие-то некорректные комментарии от экспертов, которые думают, что удаление лайков значит полное удаление лайков, то есть вообще ничего не будет как инструмента. Лайки остаются, просто их не видят другие пользователи. То есть вы выпустили пост, у вас, например, 90 лайков, и, например, вы сами не видите это. Точнее, наоборот, другой бренд выложил пост, и вы не видите, сколько у него лайков. Но в настройках он может увидеть, сколько у него лайков, все в порядке. Ранжирование будет работать на том же уровне, просто это социальный момент для того, чтобы люди не равнялись на других, выбирали не потому, что много лайков, а потому, что им это действительно интересно, и не расстраивались, не убивались, если у них мало лайков. Речь о пользователях, которые конечные, которые используют Инстаграм. То есть я как человек не должна завидовать делать девочке Маше, у которой 1000 лайков, а у меня 500. Речь вот об этом. Обзоры, честные, обоснованные, последовательные обзоры, подборки, они и были популярными, и есть, и будут. Просто потому, что это удобно для всех, и потому что, если это действительно практично, всем от этого хорошо. То есть недавно, например, Wylsacom делал обзор, это блогер, который обозревает технику, делает обзор камер айфона и других популярных Android-аппаратов, показывая, как фотографии с одного ракурса, там, одного и того же там, портрета, выглядят в Instagram, залитые из разных аккаунтов, из разных телефонов. Вот, это, например, полезно. Wylsacom, в принципе, делает постоянно обзоры, и люди привыкли его слушать. Геймификация как раз то самое. Более 90% пользователей любят и ищут более интерактивные форматы контента, поэтому он будет подстраиваться под их потребности. Вопросы, опросы, викторины, видео, AR и прочее. Сотрудничество со стримерами. Это ребята, которые играют в игры и снимают видео о том, как они играют в игры. Казалось бы, для многих, наверное, из нас, насколько это бесполезная вещь, но на самом деле огромное количество людей, особенно мужчин, смотрит видео стримеров, которые показывают, как правильно пройти определенную игру. Некоторые бренды уже сотрудничают со стримерами, я думаю, что это будет еще более популярным, просто потому что тяжело обойти этот момент, огромное количество денег вливается в игры пользователями, и они, в принципе, очень много времени на это тратят. Недавно Тинькофф мне показал какую-то статистику, надо поискать, по-моему, какие-то триллионы, что ли, рублей потрачены пользователями, российскими пользователями на игрушки, на игры. Поэтому не стоит это тоже упускать. Если можно как-то это использовать, то пожалуйста. Примеры тестов, например, в бренде Savage. Мы, например, казалось бы, Savage тяжело использовать как в плане тестов, но, например, мы уходим в культуру, и люди угадывают художников по их работам. Или, например, бренд Parkour. Совершенно там простой маленький забегаловки, и там совсем на другом уровне мы опрашиваем пользователей, и они нам отвечают, и мы скриним их ответы. В бренде Yola Market мы делаем ребусы и дарим условно сосиски, какие-нибудь там другие штуковины пользователям за участие. Им вообще это нравится. Квесты, например, когда мы запускали бренд Виски, мы сделали квест, в котором нужно было сыграть, там, спеть гимн Шотландии, нарисовать вот нашего Глена, найти на карте, там мы скидывали ему координаты, найти на карте, заскринить и прислать нам там,
координаты парня, который там случайно на фотографии у виска курни засветился и так далее. В конце пользователи, лучший там победитель получил PlayStation, все остальные разные другие штуковины. Персонализация, как раз речь о том, что интернет и соцсети адаптируются под нас, делают то, что нам интересно. Поэтому у нас есть алгоритмичная лента, поэтому у нас есть лучшие друзья. И я думаю, что это можно использовать уже по-особенному. То есть у вас есть бренд, может быть, то есть у вас есть, например, ваш институт и ваши выпускники. Или, например, активные участники там, жизни института. Добавьте их в список лучших друзей, показывайте им что-то особенное. Чтобы в этом была условно какая-то элитарность или у пользователей появилось желание попасть в этот список. Кто-то уже монетизирует эту штуку. Блогеры, например, для лучших друзей делают какой-то особый контент и получают за это деньги, там, условно. «Стань моим лучшим другом, заплати 300 рублей и читай то, что я там пишу». Детальный таргетинг. Big Data позволяет делать более релевантную рекламу. Big Data — это работа с очень большими данными. То есть, условно, это инструмент, который считывает все о нас и пытается, опять же, сделать что-то для нас максимально полезное. Вы, наверное, замечали, что вы, условно, сегодня сказали про красные туфли, и сегодня же в ленте там, в рекламе увидели красные туфли. Считается, что нас не прослушивают, но кажется, нас как-то все-таки прослушивают. Либо есть некий там синдром, или как-то это называется, когда мы начинаем видеть то, о чем мы постоянно думаем. То есть там хочется сделать себе челку, видишь всех людей с челкой. Хочешь красное платье, видишь красное платье. Но кажется, все-таки где-то у нас включается микрофон. Вот. Big Data позволяет считывать все. То есть мы используем приложение для того, чтобы ездить на такси. И это все равно идет куда-то, видимо, во внешний мир и засчитывается нам тоже там, в рекламе. Мы все что угодно, Google карты читают, где мы ходим, и тоже как-то это влияет на то, что нам показывается. И чем дольше мы будем жить, тем больше такого будет. В одной из серий «Черного зеркала» тоже было об этом, как девушка выбирала квартиру, и ей просто показался образ, как она сама находится в этой квартире с мужем, и она сразу захотела это купить. То есть там какая-то голограмма или как это называется. Она увидела себя в этой квартире, как она в ней живет, и условно она захотела, там, сделала выбор в пользу этой квартиры. Чат-боты, они, казалось бы, должны были умереть, когда заблокировали Telegram. Они, конечно, немножко скисли вначале, но теперь с ними все в порядке. Новые и усовершенствованные форматы, удобные для пользователей. То есть мы недавно для бара «Море», например, то есть бар «Море» недавно выпустил чат-бот, который подбирает самый подходящий коктейль, например, для человека, который установил этот чат-бот. Все ли понятно, есть ли вопросы? Тут, да, видно, что кто-то устал и хочет спать. Инста-оптимизация. Речь о том, что все заведения, все места адаптируются и бренды под то, что все будет выложено в Инстаграм. Поэтому, условно, люди открывают кафе и смотрят, чтобы из окна был там хороший свет, чтобы девочки фотографировались, например, или мальчики. Вот это я скринила на следующий день после вечеринки Инде в Верке, и сразу видно, что они сделали такую фотозону, у которой фотографировались абсолютно все. Видимо, это была очень интересная фотозона. Это заняло вообще всю геолокацию. Тут пример еще интересней. Это где-то в Праге кафе. Я там никогда не была, однажды кто-то просто из знакомых выложил, потом второй раз, третий. И я поняла, что там, кажется, очень красивая фотозона. Одна из стен, либо все стены, покрыты вот этими вот цветами. И это самый первый скрин. То есть я немножко тут полистала, чтобы мне было, как бы, собралась красивая картинка. Здесь даже не приходится листать, куда ни листни, все время эти цветы, и всегда девочка на фоне цветов. И, судя по всему, это отличный способ прославиться. Если вы проводите мероприятие, или если вы, в принципе, есть географически как локация, нужно сделать какую-то интересную фотозону, не примитивную, какую-то оригинальную для пользователей, чтобы они там фотографировались. Развитие продаж на площадках соцсетей, но это немножко пока не наша тема. Раньше были shopping tags, то есть можно было посмотреть, сколько стоят условно сапоги на фотографии. Карточки товаров. А сейчас, скорее всего, появится возможность и купить на площадке соцсетей. То есть ВКонтакте, например, уже давно запустил ВКПэй, то есть условно наши ребята на работе все время что-то оплачивают или отправляют друг друга через ВК. То есть они используют ВК как кошелек. Я думаю, что Инстаграм тоже к этому рано или поздно придет. Возможно, в ближайшее время, может и нет.
А блогеры, 22% пользователей от 18 до 24 лет, доверяют инфлюенсерам, блогерам. Выбирайте надежных и соответствующих вашей тематике блогеров, сотрудничайте с ними. Более честная работа с блогерами, я думаю, что станет там, в ближайшее время. Нет ничего страшного в том, чтобы сказать, я взаимодействую с таким-то брендом, потому что я его очень люблю, и смотрите, что там мы сделали и так далее. Если это будет, не будет в этом попыток казаться более нативными. Если раньше все пытались быть нативными, то есть казаться максимально натуральными, будто все так и было, будто никто никому не платил, то сейчас можно предупреждать о том, что мы посотрудничали. То есть все уже знают, что так происходит. И 10 небольших блогеров лучше сработают, чем один большой с той же самой аудиторией. Во-первых, будет дешевле. Во-вторых, ему больше доверия, им, этим маленьким блогерам. В-третьих, они не избалованы, поэтому они там, с большей вовлеченностью отнесутся к вашему взаимодействию. Поэтому тренд на вот, нано-блогеров, он был и в прошлом году, и переходит в этот. Новые соцсети, пример ТикТока, показал, насколько быстро это может произойти и насколько эффективно это может сработать. И, в принципе, ТикТок не стоит обходить. Мы, например, в июле-августе в агентстве поставили задачу каждому зарегистрироваться в ТикТоке. И у нас, например, есть два парня, у которых уже там за 1 000 000 просмотров. Ну, там работает принцип, чем глупее и проще контент, тем веселее. Клиентский сервис выигрывает компании, которые смогут быстро, четко, правильно и адаптированно под человека ответить на его вопросы. Аэрофлот в этом плане самые, конечно, клиент-ориентированные, они прям самые классные в соцсетях. То есть можно им что угодно написать, они уже поймут, когда у вас перелет и так далее, даже ничего не спрашивая. Визуальные тренды. На самом деле тут, наверное, только часть трендов, которым я, по крайней мере, сама доверяю. Скорее всего, есть что-то еще, о чем я просто не знаю или не могу в этом точно там, разбираться, потому что, условно, это уже дизайнерская тема. Во-первых, цвет года – это синий, цвет стабильности, как говорят, приглушенные цвета и плавные линии. Если в прошлом году, условно, был краснодарский магнит красный там, и так далее, кислота, то сейчас все переходят в формат вот, нежного и плавного. Если вот все, кто подходили с аккаунтами, ну вот есть и тексты, и фотографии, и вот эти как раз неидеальные картинки. Можно всегда смотреть на то, что делает Apple, потому что они, как правило, считывают все визуальные тренды точно. Вот они, цвета айфонов, которые доказывают, что, кажется, это, до сих, ну, это сейчас в тренде. Линии, странная типографика. Конечно, это все свойственно разным специфичным брендам, то есть не нужно все использовать для себя. Там, условно, вот подобного вида афиши. И вот такого тоже, это все под типографику. Сюрреализм, отсутствие органичности в картинках, уход от симметрии. Тоже, если только это уместно. То есть примерно вот так. Или вот примеры аккаунтов. Это не, по-моему, не аккаунты брендов, это просто картинки о дизайне. Вот. То есть, условно, на это подписаны чаще всего фотографы и дизайнеры для того, чтобы вдохновляться. Сложные градиенты, то есть вот Мегафон, вот опять же Apple, более сложные. Это, конечно, просто нужно иметь дизайнера, чтобы еще он мог этим корректно пользоваться. Глобальные тренды, экологичность, наверное. Вы все заметили, что все больше людей, условно, там, сдает вещи в переработку, сдает мусор в переработку, что там еще делает, ходит без пакетов в магазины и так далее. В этом уже нет ничего странного или нового и неестественного. Естественность, как то, о чем я уже, в принципе, говорила, про то, что меньше ретуши и так далее. Инклюзивность, доступность для всех, отсутствие стереотипов, связанных с какими-то данными людей, слом гендерных стереотипов. Хотя это, конечно, смотря где и как. То есть сегодня нас награждали в Госсовете, и девушкам дарили цветы и целовали, а парням ничего не делали. Слом эйджизма. Я думаю, что скоро, наверное, и до этого дойдет. Слом эйджизма. Сейчас важнее навыки и знания людей, чем их возраст. Условно, все перестали думать, что 18 лет значит глупый и бесполезный. Понятно, что есть какая-то специфика, связанная с возрастом, но это не всегда влияет на навыки людей. И расширение социальных рамок.
Вот примеры аккаунтов, скорее про бодипозитив, например. Вот аккаунт, например, который это делает красиво. Вот флешмоб «Покажите нас» от, по-моему, или при поддержке Манижа. Я, по крайней мере, знала, что Манижа как-то это поддерживает. История о том, как люди выкладывали, девушки выкладывали себя без обработки, без скрытия, рассказывали о каких-то своих дефектах и о том, как им с этим живется. Люди стали в этом более честными и как-то стали уважать и чужие границы, и самих себя. И я думаю, что это перейдет и в бренды тоже. Вот обложка базара, например, где тоже никто ничего не стесняется. Как отслеживать новости для ситуативного контента? Это Google Trends. Можете посмотреть просто, как это работает, зайти и там... Интерфейс позволит во всем разобраться. То есть, что было полезного за сегодня и как это можно использовать. Нужно же подумать, как использовать для вашего проекта. Twitter Trends, есть специальная вкладка в Твиттере. Вообще считается, что все тренды идут из Твиттера. Популярные хэштеги ВКонтакте и, как ни странно, группа МДК, не самая интеллектуальная, а, как правило, одно из первых обыгрывает тренды. Последним тренд обыгрывает Иван Ургант. Он просто долго... продюсирует, но это всегда красиво. И опять же, ваша лента в соцсетях, как правило, все, что обсуждают ваши друзья, видимо, уже популярно. Что читать? Это я уже делала в предыдущей презентации. Есть ли в этот раз вопросы? Спасибо за внимание.